Сегодня Россия отмечает 73-ю годовщину со дня победы во время Великой Отечественной войны. И сегодня на Красной площади в Москве был большой парад, где участвовало очень много военной техники современной, показывали всякие достижения в России, которые были сделаны не так давно. И в нашей школе мы обычно никуда не ходили в этот день и ничего такого не делали особенного. Я приходила в чисто приватном порядке сюда и иногда клала цветы, иногда нет. Но в прошлом году один студент мой, Андреас Эбин, сказал мне: «А вы не хотите ли участвовать в церемонии здесь 9 мая?» И я сказала: «Хочу», но так получилось, что мы не смогли пройти вместе с посольством сюда, и мы решили пойти частным порядком. Мы купили цветы, пришли сюда, положили. И я подумала, что это очень хорошо, и мы можем продолжить эту традицию. И вот сегодня я вас всех пригласила. Очень рада, что вы все пришли. Подумайте, как много нас сегодня. Нас сегодня 7, а в прошлом году было 5. О, было 2. Ну вот, это, в общем-то, и все, что я хотела сказать. Давайте мы теперь положим цветы.